Мысли вслух. На днях на Лубянке прошла акция в поддержку политзаключенных. Но конкретно эта акция имела косвенное отношение к христианству, поскольку активист Павел Крисевич был в образе Христа. Ну, а почему косвенное отношение, а не прямое? Ну, потому что Христос был представлен тут не как фигура религиозная и сакраментальная, а как некий такой образ страдания. Помните, как Высоцкий пел? Вот только жаль распятого Христа. Ну и как когда-то давно подметил Кураев, любимое блюдо русской интеллигенции – это каша в головах. Здесь тоже произошло смешение образа Христа с другими образами. Потому что под крестом был устроен костер. То есть на это наложился другой образ страданий, который присущ нашей культуре. Ну, как нашей? Это все-таки, наверное, явление мультикультурное, пришедшее к нам из культуры западной. Но в нашей современной культуре тоже это нашло свое отражение. Это воспоминания о годах инквизиции и сочувствие сожженным на кострах людям. Поэтому вся эта акция имеет к религии только косвенное отношение. То есть это просто для современного человека два узнаваемых образа страданий. Сожжение на костре и страдание на кресте. В общем, Павла унесли, огонь погорел еще какое-то время, страна посмотрела с интересом и продолжила жить своей жизнью. А Мэри рванула случайно. Подписывайтесь, потом еще о чем-нибудь поговорим. С вами был иеромонах Александр Митрофанов. До встречи в эфире.